Здравствуй, Катюша. Привет, моя хорошая. Я все обещала тебе показать мое богатство от Эсмеральды. Вот сейчас постараюсь показать. Видишь, что эти три коробочки, которые я купила, складываю их. Что мне больше всего нравится, сочетается с моим вкусом, который был до того, сочетается с моими другими украшениями. Я люблю смешивать золото, серебро, камни, и вот это все, оно здесь работает. Так, я начинаю с кораллов. Вот эта подвеска. Вот эти серьги, вот эти серьги, вот это кольцо к нему, а вот это кольцо тоже к нему подходит, да? Вот эти серьги люблю, но сейчас покажу с чем. Ношу соло, я их ношу соло, ношу вот с этим браслетом, например, да, соло. Это кольцо тоже ношу соло с этим браслетом. Какие-нибудь сережки золотые, красивые. И вот такой еще у меня есть кулон красивый. Он носится с этим. И у меня есть раковина. И с раковиной тоже. То есть и с кораллами. Вот оно сочетается. И с раковиной изделие есть. Цепочка это моя. Просто она подходит к каким-то моментам. Так, это жемчуг. Тоже не так давно купленный. Вот этот браслетик. На твой похожий или такой же. И вот такая же на штучку шея. Недавно ты показывала. Вот эти сережки там, они не оттуда, они купленные на Кипре. Я на Кипре один магазинчик находила, но там тоже уже все закончилось когда-то. Поменялся этот самый, видимо, поставщик и все. Или пусеточки вот такие. И очень красиво. Так, вот это вот, это же шикарный просто. Сейчас я мало, сейчас скажу тебе, подожди, да, я тут снимаю видео. Здесь вот, значит, с аквамарином в серебре. Аквамарин, кольцо, как у Кати, очень шикарное. Обожаю. Вот это идет кольцо, и подвеска, и серьги. Но я все три вместе не ношу, потому что мне много. Подвеску обычно ношу отдельно. Серьги с кольцом. Ну, в общем, как получается. Вот эти пусеточки шикарные. Я их ношу с... Вот есть у меня колечко, вот это вот коричневое, вот это вот, да, вот с ним, например. Ну, или вот с чем-нибудь просто золотым. То есть она всегда идет. Это мой браслет от Versace, а это вот наш из Эсмеральды, он тоже шикарный, хорошо сидит. Это вот тоже наш с топазами. А это купленное тоже на Кипре, но он тоже вот все подходит, видишь, как оно хорошо. Так, что у нас? Вот это вот шикарная подвеска, колье, осенний такой вариант. Красивая очень. Еще одно такое же, только в синем, в таком красивом кобальтовый цвет. Даже не знаю, какой он. Морская волна, что-то вот такое смешанное. Очень красивый цвет. Да. Какая-то из подвесок мне, из этих колье мне оказалась короткая. Ну, как-то сидела, ну, то есть застегивается, все, но как-то сидела на шее неадекватно, мне казалось. Я такая женщина уже. Раньше была худая, стройная, как мы все, сейчас стала покрепче. Я купила цепочку продлевающую серебряную в золоте и в серебре, и все. У меня вопросы отпали. Все хорошо. Так, вот этот браслет уже хотела. Он просто шик и блеск. Вот это. К этому, это я все ношу вместе. Вот это. Сережки эти. Вот это кольцо. Ну, не прям все сразу вместе, но вот в этом чередовании. И вот это мое уже, которое у меня давно было, это с кварцами. Оно у меня уже давно, и вот оно, как оно все сочетается, совпадает. То есть вкус уже у меня до этого был такой. Сиреневое. Сейчас же модно сиреневое, фиолетовое. Тоже очень ношу, очень нравится. А это когда-то я купила тоже на Кипре темно-фиолетовое. Тоже хорошо, аметистый. И все в этом роде. Так, что я здесь еще не показала в этой упаковке. Здесь показала все. Идем к следующей, потому что длинные видео... плохо переходит на этом, на WhatsApp не могу скинуть длинные. Вот это вот шикарное, вот с этими сережками. И к ним вот это вот же шпинелью колье, тоже шикарно. Видео шпинель показала, вот, кстати, тоже шпинель. Вот она тоже подходит, все очень идеально подходит. Все красиво, можно носить вместе, можно раздельно. Вот это вот красота. Это родеолит, наверное, да? Вот это вот раковина шикарная. Катюшечкина.
Вот это я купила в другом месте, но вот как она сочетается, да, тоже все с белым можно. Ниткой жемчужной. Котяра бежит. Это подвески, сережки такие, монетки. Вот это шикарное кольцо, не так давно купила. Красивейшие камни. Вот этот комплект, он был у Катюши одно время, он был довольно дорогой, но он очень красивый. То есть он такой нарядный, праздничный, все-таки не каждодневный. Но бирюзу мы все любим, бирюза она идет, вот эти сережки. А вот это кольцо я покупала когда-то на Кипре тоже. То есть, понимаешь, оно вот все, оно сочетается, могу носить даже два кольца и вот эти серьги. Так, аквамарин. Вот такое кольцо. Вот такое кольцо из аквамарина. Подвеска. Это все однотонное, а вот это идет уже комплект. То есть его можно носить комплектом, вот эти серьги. И вот это кольцо можно носить отдельно с чем-то, когда много. Например, с этим кулоном вот это кольцо. Тогда будет не так много. И серьги есть тоже отдельные. Да? Показывала, уже сказала, нет еще такие серьги. То есть я могу распределить, как хочу. Лазуриты. Красота. Обожаю все. Вот это в серебре, но это в золоте, но это не важно. Я ношу вместе и раздельно. Просто шикарное. Все отличное. Вот эти шикарнейшие кораллы. Кораллы. И кораллы вот такие, и вот такие. Это просто же что-то. А это еще из Кипра, но ты видишь, что вкус у меня уже такой был. И вот оно все только идет. Все, мечтала найти что-то в этом роде, и вот нашла тебя. Да. Как увидела, и пропала я совсем, можно сказать. Цитриновый браслет. Вот это первая она была покупка. Подвеска и вот эти серьги. Вот это я, по-моему, еще не показывала. Крем-брюле, жемчуг. Раух-кварцы. Это, по-моему, селенит. Серьги и браслет. Я сама блондинка, кореглазая. Она мне очень хорошо. Так, и переходим к последнему. Я надеюсь, уложиться по времени, чтобы вас не задерживать. Коралл кожи ангела, я его обожаю просто. И вот эти серьги, например, да, она вот тоже очень красива. Или вот эти серьги вот с этой подвеской тоже. Коралл кожи ангела более розовый, более такой лосось. Браслет я уже показала. Подвесочка вот такая, шикарная. Колье. Такой же есть сиреневое. По-моему, вот кроме этого сиреневого я уже носила здесь все. Это купленная в Германии штучка. Авантюрины с жемчугом в серебре. Зелень с зеленью. Можно так носить, можно с этим носить. С этим, мне кажется, не совсем идеально. Но вот этот подходит с этим, например. Вот с этим. С этим. Или вот эти сережки вот с этим браслетом. То есть оно все. Это куплено. Это испанский бренд, но это я покупала здесь, в Германии. Это я тоже, по-моему, в Греции покупала. Но оно все сочетается. То есть, понимаешь, здесь камни все есть, и раз я. Какое-нибудь кольцо твое, и все, и оно пошло. Это, по-моему, тоже селенит. Вот это селенит. А вот это, наверное, все-таки это другой камень. Это, по-моему, тоже сапфир. Вот эту подвеску купила. Я на такую цепочку повесила, на такие бусы. И с черной носила тоже, смотря что на мне надето. На голое тело с черным, а на какой-то свитер вот с этим тоже красиво. Здесь цитрины и опалы, и вот это вот цитриновая. Вот это длинная, шикарная. Я очень хотела. Она такая длинная штучка. Она несколько раз заворачивается. В общем, тоже красота. Тик, кладем на место. И вот это вот тоже я обожаю ее, эти включения. Цвет такой нежно-зеленый. Он тоже ко всему подходит. Вот его вообще ко всему можно носить. По крайней мере, к моему гардеробу. И опять же, с кораллом кожи ангела даже сочетается. Будет сочетаться. Все мое богатство, которое это смиральды. В общем, я это все люблю. И буду любить дальше. Все, целую, обнимаю. Хорошего дня.